Приветствую вас, дорогие мои друзья и подписчики. А у нас вот к вечеру такие новости появились. Промоутер Боб Арум обещает, что боксер Тайсон Фьюри выйдет в ринг 5 декабря против серьезного соперника, а не на проходной поединок. После того, как сорвался третий бой с Деонтеем Уайлдером, Фьюри срочно ищет нового противника. Тайсон выбирает соперника, но я сразу сказал, что это должен быть нормальный оппонент, не уборщик какой-то. Возможно, это будет Карлос Такам или Агит Кабайл. Это нормальный, да, для Тайсона Фьюри, ладно. Обсуждался Оскар Ривас, но он слишком низкий для Фьюри, считает Арум. Ну, хорошо, что не Ривас, я уже пилил свою реакцию на все это абсолютный мисс-матч, но неужели Агит Кабайл и Карлос Такам, они круче Оскара Риваса? Мне кажется, наоборот все. В случае победы Фьюри сможет выйти на бой против Энтони Джошуа за объединение ПСУ, если тот в декабре победит Кубрата Пулева. Ну, я думаю, вот, хоть Такам, хоть Кабайл, хоть Ривас, это не соперники, конечно, для Тайсона Фьюри, и во всех этих чуваков нет вообще никакого шанса на победу, даже чисто теоретически, чисто гипотетически. Но разве если они все втроем выскочат, вот эти вот чуваки, Карлос, Агит и Оскар, то, может, вот втроем они замесят Тайсона Фьюри. Но по одному вообще нет шансов. Это будут мисс-матчи, которые, ну, стоит ли вообще смотреть, да. Ну а ломолоповская история все-таки продолжается. Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал, почему его не впечатлил Василий Ломаченко. Его спросили, как вы сохраняли такую уверенность перед боем? Он говорит, что может отличать меня от остальных, так это то, что когда я говорю о вере в себя, то это так и есть. В моей голове уже прокручивается, что я победил соперника. Мне просто нужно это показать, когда появляется возможность. У меня всегда была эта уверенность. У меня, кстати, тоже, да. Потом его спросили, вы ожидали, что в первой половине боя Ломаченко почти не будет бить? Он говорит, Ломаченко меня разочаровал, так как и всех. Все так сильно хвалили этого парня, я хотел видеть это сам. Но когда я вышел на ринг, все оказалось совершенно другим. Я ничего у него не отнимаю, но он играл в нашу игру. Мы втянули его в наш геймплан. Чтобы они там не задумывали, мы лишили его плана на бой, сказал Лопес. Ну а Василий Ломаченко извинился перед болельщиками и командой за поражение американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Он сказал, сложно сейчас что-то комментировать сразу после поединка, хотелось бы сначала пересмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно, конечно, подобраться, размеры, размах рук имеют огромную роль. Хотелось бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше, сказал Ломаченко. Также он сказал, что хотел бы устроить матч-реванш, если только Лопес согласится, потому что в контракте не было пункта на реванш. Ну, что тут хочется сказать? С последнего начать. Чувак, так кто же тебе доктор, что ты такой жадный и самоуверенный, что не подписал даже пункта на реванш? Что касается до пересмотреть бой, да сколько же ты его уже будешь, блин, пересматривать? 100-500 раз, что ли? Насчет того, что сложно подобраться, размеры, размах рук, там, которые имеют огромную роль. Так в легком весе у тебя все были соперники приблизительно таких габаритов, ну, по антропометрии, такие, как Теофимо Лопес, и как-то тебе не мешало их там побеждать с горем пополам, а тут вдруг вот уже начала иметь огромную роль тут, да? Ты извинился, а почему ты перед своим народом не извинился за все то, что ты творил, и за то, что тебя возненавидели в Украине и хейтили, и по всем опросам мы видели, что украинцы реально болеют, украинские любители бокса за Теофимо Лопеса. А что касается до того, что ты пойдешь дальше, чувак, да тебе просто не мешало бы воспользоваться предложением Умара Назаровича Кремлева про поехать туда, и тебя бы встретили как православного брата, да, с хлебом, солью, там, и все такое. И сидел бы себе там в своей любимой России, поближе к Гундяеву, ходил бы в русскую церковь молиться православную, не жить посреди вот таких вот бандеровских уродов, которые там кушают снегирей, распинают мальчиков трусиков и все такое. Вот так как-то пишите, такие новости, в общем, пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу. Ставьте пальцы вверх и не забывайте, конечно, подписываться на наш канал. Ты кусок говна! Lucky.